Очень трудно. Да, это имена, которые первого ряда. Быстро получить живые деньги за что-то. В этом году уже посмертный. Отозвались. Не боишься, пожалуйста, подписать. Сам очень рад. Так случилось, что в апреле, буквально 18 апреля, а ушел он из жизни в 20-х числах, то Витя пригласил меня и говорит: «Таня, я написал реверберацию». Он мне передал рукопись, вот эту, последнюю, заключительную часть из его произведения «Ночные дни». И была поражена, что человек как бы прощался с нами. Как это? Но невероятно. «Над нами легкости погодных крыл, за нами груз и ветренность молчания, и то, что превышение прав и сил сквозь бездну дней небрежно. До свидания». Специальных каких-то литературных курсов он не заканчивал, но он очень много читал. У него была интеллигентнейшая семья. Пристрастное стремление познать все до конца, глубоко изучать каждый предмет, за который он берется, отражается в его поэзии. Он поставил себе высокую планку и ориентировался. То есть его любимыми поэтами были там такие поэты, как Мандельштам, Пастернак, Ахматова. Вот эти те высоты, на которых он равнялся. Он в то же время был очень скромен и никогда не старался показать свои знания.